Стася, вот прошла короткая программа. Твои вообще впечатления и эмоции? Потому что я знаю, это твой первый такой крупный турнир, гран-при, на котором ты наконец-таки попал. Я этому очень рада. Рада видеть тебя здесь. И в очередной раз твои эмоции вообще сейчас после проката? Я, безусловно, рада, что на таком сложном старте мне удалось собраться и сделать все, можно сказать, по максимуму. Конечно, я волновалась, и было тяжело, но я справилась. Это было здорово, было очень приятно на тебя смотреть. А в преддверии и завтрашнего дня, и вообще твоей дальнейшей жизни в большом спорте, качество какого сказочного героя или истории, рассказа из жизни, может быть, это есть какой-то человек, чьи качества ты бы хотела иметь для того, чтобы выступать и вообще в жизни побеждать? Я бы хотела иметь качество Карлсона, который никогда не унывает ни в какой ситуации, не теряет позитивный настрой, и спокойствие, только спокойствие. Вот так. А еще если у него и кнопочку нажать, на пропеллеры улететь, да, и выехать все прыжки. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Спасибо.